Ты колешься 10 лет. Почему это началось? Давай, давай, сюда! Угощайся. Я работаю в лечебнице. А вдруг это возможность все изменить? Вали отсюда. Не бойся, здесь тебя поймут. Нелегко просить помощи. И потому воспринимаю как привилегию и высшую награду то, что у меня есть возможность помочь вам стать другими. Закон о доступном здравоохранении, подписанный в 2008 году, предусматривал средства и на лечение от наркозависимости. В медицинской отрасли началась гребаная золотая лихорадка. И сколько тебе платят? Чего? Тина! Юта, как выяснилось, бескорыстный новичок. Работает за так. Может, и я сгожусь? Юта, добро пожаловать в команду. Здравствуйте, я Джексон, сотрудник центра. Что это? Американская мать ее мечта. То есть их берут в клинику на курс в 30 дней, ты получаешь там откат, затем отстегиваешь им? Капитализм, детка. У нас от многого может вывернуть. А торчки, чтоб. Они будут торчать по-любому. Путь к трезвости — медленный и долгий процесс. Лишь немногие подтверждают это, большинство нет. Привет, Юта. Так ты дашь мне мои деньги? Впервые вижу, чтоб с таким унынием пересчитывали деньги. Далеко не каждому дано переломить себя, знаешь? Как самочувствие? Ага, вот и победитель. Мы партнеры, не забывай. Он сказал, тебе можно доверять. Денежная игла. Это чудно. Я прошу вас подождать всего минутку. Он поднял 9 штук за 3 минуты. Господь, великое милосердие.